Всем привет! Это у нас Granny 1.3.2. В этом видео хочу проверить предложение от подписчика, оно мне показалось очень интересным. Он предложил телепортироваться во второй день, когда наша комната закрыта, вне комнаты, чтобы подергать ручку двери, чего никто никогда не делал. Но чтобы мне бабка не мешала, я хочу взять арбалет. Так, давай сюда ближе подходи. Возьмем один шприц. И давайте к себе в комнату. Она меня здесь сейчас замочит, допустим. И после этого я с помощью тренера телепортируюсь наверх. И обойду. А, нет, давайте тогда там и оставим арбалет. Так, типа того, вот здесь оставлю. Все, вот так. Даже можно, чтобы бабка меня не убивала. В принципе, свалиться. Давайте свалюсь. Сейчас наступит второй день. Бабку усыплю позже, чтобы спокойно подергать дверь. Смотрите, мерцает арбалет. Так, все, давайте телепортироваться наверх. Так. Вот и бабка ходит. Я уже телепортировался. Аккуратно. Куда-нибудь сюда. И идем наверх. За шприцом. Сейчас свою дверь мы дергать не сможем. Потому что она меня сейчас убьет. Будет неинтересно. Все. Роняем манекен и ждем ее. И это будет, конечно, прикол. Специально сделал режим нормал, чтобы подольше походить. Прикол. Дверь моя закрыта. Такого вообще не было. Потому что это второй день. Это класс. Предложение от подписчика оказалось достаточно интересным, потому что все двери, ну почти все, обычно открыты, тем более моя. Это вообще жесть. Как теперь туда бабку заманить? Кстати, а давайте сейчас погибнем, будет ли дверь закрыта на третий день? Точно. Так, арбалет оставим в ванной. Так, а где? Так, шприц там валяется. Все. Эксперимент. Папка, ты где? А, вон она. Настройки. Сейчас смотрим, что стало с третьим днем. Ведь дверь никто не открывал. Получается, она должна быть закрыта. Это очень интересно. Так, третий день. Да, дверь закрыта. Давайте еще раз. О, сразу в ванну, видите? Я маленько отошел. Так. Папка. Давайте подергаем дверь уже с этой стороны. Да, конечно, она закрыта. Это прикол. Попаду. Да, я попал. Сейчас опять оставляем
Арбалет в этой комнате и попадаемся. Ну или давайте разобьемся. Это будет четвертый день. Получается. И дверь будет все еще закрыта. Тут уже даже кровь как будто бы. Да, дверь закрыта. Ура. Еще раз. Так, мы в ванной. Я, в принципе, успел взять. Но не в этом прикол. Главное, что дверь закрыта. Это пятый день. И на пятый день, скорее всего, дверь также закрыта. Давайте проверять. Дверь закрыта на пятый день. Кто такое видел? Хоть когда-нибудь. Вот такой прикол. Конечно, если я сейчас разобьюсь. Ну, давайте еще раз попробуем. Вдруг она не откроет дверь. Так, все, дверь закрыта. Пятый день дверь закрыта была. С другой стороны, и меня бабка грохнула. То есть на этом видео и закончим. Меня бабка убила окончательно уже с закрытой дверью. Спасибо подписчику за предложение. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. С вами был Топси. Всем пока.